В результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении ночью 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской госграницы, погиб наш военнослужащий солдат Алиев Асиф Аадель-Оглу. Об этом репорт сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана. Руководство Минобороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шахида. В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении.